Великие полотна в челнах. В картинной галерее сегодня открылась выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало «Искусство раненой души». Одна из самых знаменитых в изобразительном искусстве женщин рассказывает на своих полотнах очень личные истории. Ее стиль характеризует как наивное искусство. В нем много от народного мексиканского творчества, но также ее вдохновляли и работы Боттичелли. Прикоснуться к миру Фриды Кало могут теперь и челнинцы. Техника же клея – это то, что дает возможность увидеть практически оригиналы работ великих художников разных времен здесь и сейчас. Благодаря этой технике можно воссоздать шедевры на натуральном холсте и воспроизвести мельчайшие детали картины. Работы Фриды Кало передают мир ее глазами и собственную трагическую судьбу художницы. Первая ее работа была автопортрет. Вот это, по сути, определило дальнейшие ее работы, ее творчество. Здесь, на выставке, представлено большое количество автопортретов. И многие работы просто автопортретны. Она пишет себя, изображает себя. В отличие от копий, выполненных маслом на холсте, цифровая репродукция – максимальное воспроизведение подлинника. И увидеть эти работы можно прямо в челнах. На выставке репродукции работ мексиканской художницы более 50 полотен – сюрреалистичных, автобиографичных, наполненных символикой, и их центральной фигурой остается сама Фрида. Также на выставке присутствует раздел художественной документальной фотографии, рассказывающий о разных периодах самой жизни великой художницы, начиная с младенчества и заканчивая уже взрослым возрастом. Выставка будет работать в картинной галерее города только по предварительной записи до 1 ноября. Любовь Захарова, Ради Ганеев, Челны, 24.